Украинский историк находится на пороге открытия. По заявлениям исследователя, место захоронения известного запорожского изобретателя и конструктора 20 века Бориса Луцкого скоро станет доподлинно известным. Подробнее об этом далее в сюжете. Напомним, Борис Луцкий – уроженец Бердянска, который в начале 20 века сделал немало открытий в сфере автомобилей, мотора и авиастроения. Борис Луцкой был выдающимся инженером. Он создавал уникальные конструкции двигателей, автомобилей и самолетов. Некоторые из них на десятилетия опередили свое время. Кстати, первый в мире автомобиль с шестицилиндровым двигателем был построен в 1906 году в Германии компанией Daimler. Это был автомобиль Mercedes с двигателем конструкции Бориса Луцкого. Долгое время информация о его личности была сокрыта. У него не осталось потомков, которые могли бы рассказать его историю, а архивы с документами, подтверждающие гениальность запорожского ученого, были обнаружены относительно недавно. Но до последнего времени загадкой оставалось место захоронения Бориса Луцкого. Ученые и журналисты искали следы изобретателя во Франции, куда тот мог эмигрировать, когда началась Вторая мировая война. Я также безуспешно искал могилу Луцкого во Франции, но после того, как нашел информацию о том, что в 41-43 годах он проживал в Берлине, я решил заняться поисками его могилы именно там. А недавно в интернете я нашел информацию о том, что некий Борис Луцкой был похоронен в Берлине в 43 году. Я сразу же подал запросы во все церковные службы Берлина и жду от них подтверждения о том, что это именно Борис Григорьевич. Сейчас ученый собирает доказательства и надеется, если его предположения верны, возможно, удастся вернуть останки Луцкого на родину. Все это исследование жизни и достижений запорожского конструктора проводится при поддержке народного депутата, героя Украины Вячеслава Богуслаева и предприятия «Моторсич». К слову, уже опубликована книга о жизни и изобретениях этого гениального моторостроителя. А 4 марта в 17:00 на телеканале «Алекс» состоится премьера четвертой части пятисерийного фильма собственного производства «Борис Луцкий. Гений моторостроения». Повтор фильма можно увидеть 5 марта в 17:00.